У нас сейчас состоится небольшая церемония открытия нашего форума. Это форум Москвы, Роснана, Веба, Сколково, фонда Бортника и РБК. Все институты развития собрались на этой площадке, чтобы обменяться мнениями, поработать плотно по программам, посмотреть на отличные стартапы. Я думаю, что, несмотря на то, что зима в Москве уже практически началась, тем не менее у нас здесь будет хорошее настроение, настроенное на позитивную волну. Почему? Потому что здесь собрались люди, которые делают будущее, создают будущее. Открытые инновации идут по городу. Мы понимаем, что после такой площадки очень тяжело будет найти альтернативу. Но все-таки очень стремимся к этому. И главное, хочется всех нас поздравить, потому что мы заняли новые позиции в международном рейтинге Doing Business, поднялись на 11 позиций. Это, безусловно, заслуга правительства Российской Федерации. Удача быть здесь в это время. Спасибо огромное.